Здорово всем, ребят, с вами Михаил Хёртс. И мы продолжим исследовать замечательный Эндерал. Я тут немножко графику подкрутил, чтобы покрасивее было. И также я совсем немножко разобрался со скиллами. Смотрите, у нас есть очки обучения крафтинга воспоминаний. И как раз таки вот эти очки обучения мы можем тратить, чтобы изучать вот эти вот книжки, которые у меня вот здесь. Вот. И также, насколько я понял, мы можем помедитировать. Попасть вот в это место, где у нас осуществляется прокачка. Потому что если нажать на Tab, то прокачки как таковой, как в обычном Skyrim, нет. И нажимая на вот эти штуки, мы потом будем брать новые навыки. Но пока что я это делать не буду, потому что я до конца не определился, кем я буду. И также один человек в комментариях, за что ему большое спасибо, подсказал, как здесь, ну вообще, стоит пользоваться магией, либо не стоит. Смотрите, есть отличная штука. Называется... Чародейская лихорадка, вот. Как раз таки, если я буду пить лечебные зелья или хиляться магией, то будет набираться проценты вот этой лихорадки, после которой можно отъехать. Такие дела. Так, ну и теперь у нас вроде как есть квесты. Вот, у нас поговорите с Алфридом. И еще один, найдите шкатулку. Давайте же, наконец, выполнять всякие ништяки задания. Так, а мы с тобой уже... Джеспер Варьяк? Так, с ним мы уже вроде бы абсолютно все обсудили. Ну, давайте расследовать эту локацию. Что здесь и как, наконец-то, открытый мир. Ух. Так, по-хорошему, нам бы, наверное, в другую сторону обойти. Так, и также человек из комментариев сказал обязательно найти тыквы. Это вроде как поможет нам излечиться. Блин, красивенькие такие эти. А, построечки. Прям нравится, нравится. Я, наверное, буду только самое интересное озвучивать и потом видео вставлять. Потому что у меня такое чувство, что сомневаюсь, что кому-то понравится все целиком смотреть. Артишок, люблю артишки. А, ну здесь вчера у нас все бабахнуло, я понял. И мы просто вперед прошли. Слушайте, так мы можем, в принципе, посмотреть, как бы, что уже здесь случилось в итоге. Даже вовну, везде можно посмотреть, камон. Вот разработчикам делать было нечего. Красотища-то, эх. Интересно, кто же на нас все-таки напал? Кому мы такое плохое зло сделали? Морские желуди, раковины, давайте вскроем. Эх, люблю вскрываться. Ну, в смысле, вскрывать раковины. Вскрываться это хорошо, в смысле, нехорошо. Здесь у нас собачий корень раньше был. Так, ребята, ну, я думаю, блин, даже всякие рыболовные штуки. Ого, бандит, ты шо? Бандит, не надо этого делать. Иди сюда, сынок. Смотри, ты какой толстый. Просто знаменитый лучник-убийца. И еще у меня камеры смерти должны работать, но что-то не всегда они работают. По-хорошему бы щит найти или двуручку жесткую. Так, ботинки. У меня как раз не было ботинок. Кинжал, отмычки и стрелы будем забирать. И добро пожаловать, экипировка на борт. Отлично. Давайте, наверное, даже я уберу посох. Слушайте, а вот проверите, когда посохом пользуюсь, накапливается? Нет, вот посохом нормально пользоваться. Лихорадка не накапливается, это отлично. Так, больше ничего, зелье здоровья нельзя. Зелье маны, наверное, тоже нельзя, ну потому что... Это же как бы тоже с магией связано напрямую. Так, фин, амброзия, дикая ягода, буду все забирать. Апотекария, стрелы, хрупкие луки, это не так интересно. Вот, новые скиллы и свитки заклинаний, отлично. И я, наверное, буду призывателем с двуручным оружием, примерно так. Ну и раз уж мы здесь, давайте зайдем в эту смотровую плотину. Вдруг что-нибудь интересное тут найдется. Так, автоматическое сохранение и много всего страшного. И знаете, по-моему, я слышу пауканов. Почему так темно? Я, кстати, не смог разобраться и сделать поярче, как бы, внутри игры. Ага, детали. Ну, мало весит, возьмем. Поэтому мне пришлось... Пятнушка, всякие ништяки, отлично. Поэтому мне пришлось просто на компьютере это... На экране, в смысле, подбавить, подкрутить. Так, ну, рубанки, думаю, не столь нам важны. Что у нас в сундучках? Угу, бабосики. Бабосики, это всегда хорошо. Так... Ловушки, масляные лужи, нанести урон. Это я могу, давайте. Поджигаем. Слушайте, а это какие-то очень толстые пауки.
Но на каждого паука у нас найдет... Господи, как же они дамажат? У нас найдется немножечко огня. Как говорится, если есть порох, то дай огня. Паук, не ходи. Фух, еле выжили. И также мне еще сказали, посоветовали то, что лечиться лучше едой. Поэтому мы не будем брезговать подбором еды. Так, это не то. Вот яблочко. Давайте яблоко захаваем. И морковки. О, ХП реген пошел. Это стильно. Что такая сложная игра? Всякие зелья, рецепты всякие. Призрачный корень и винкорень. Слушайте, теперь можно пользоваться магией, в принципе, я думаю. Всякие головные уборы. Ничего такого прям полезного и интересного. Паучий яд пригодится. Будем крафтить железные слитки. Пока еще не знаю, как тут крафт работает. Щит увеличивает рейтинг брони. Ага, щит, отлично. Топор у нас... У меча урон 5. Здесь у топора урон побольше. Так что мы его возьмем. А вот интересно, можно как-то потом эти рецепты будет продавать? Спать я пока не хочу. Я слышал паука. Угу, вроде все нормально. Ну, яичек немножко заберем. Пустые мешки, которые не представляют никакого интереса. Хотя, смотрите, тайное. Что? И что произошло? Что-то где-то открылось? Тайный проход? Не уверен, давайте исследовать. Ну, видимо, ничего интересного. А здесь у нас спрятался ледяной коготь. Ой, у нас волчара позорный, иди сюда. Так, волчара, не бей. Слушайте, прям тяжелый Скайрим. Так, ну теперь со щитом должно быть попроще. А не хочет мне кто-нибудь помочь? Так, дядя, давай хилпай. Волчик, не делай кусь, пожалуйста, волчик. Отлично, спасибо, дружище. Убийца-ассасин. Что-то я не привык к таким трудным трудностям. Ага, в небой. Давайте всяким мясом будем теперь питаться. Так вот, попробуем увеличить максимальный переносимый вес, потому что один человек тоже в комментариях спрашивал, как это работает. Давайте смотреть. Сейчас у меня общий вес 353. Находим ледяной коготь. Так, увеличивает переносимый вес. 353. Непонятно, как работает, нужно разбираться, окей. Просто посмотрите, насколько клевые эти пейзажи. Я еще дальность прорисовки немножко улучшил. Вот, блин, прям реально сказочно и красиво. Внимание! Что нам пишут? Граница охраняемых земель. За этой горой не будет никакой защиты против беспутных. Путешественники, остерегайтесь камнепада и нападений. Ух, опасно. И железный кинжал. Ну ладно. Мы жесткие, мы что-нибудь придумаем. Так. Где-то я видел такую притчу. Или как это называется? Где два барана на мосту, короче, столкнулись. Никто не хотел уступать. Угу, красивенько. И в итоге оба они упали. Слушайте, а можно, интересно, сломать этот мост? Нет, нельзя, ну было бы слишком круто. Ага, и мы появляемся, получается, с другой стороны этой плотины. Интересно. Всякие цветочки соберем. Здесь у нас какое-то логово, не знаю чье. И куча всяких ништячков. Давайте все это возьмем. И посмотрим, чем мы тут сможем поживиться. Отмычка, угу, не густо, не густо. Ну, тоже неплохо. Хотя бы что-то. А это кто такой, бандит? Опять бандиты, да сколько вас, разбойники? Какой-то косой разбойник. Сейчас мы его порубим. На меха. Слушайте, можно щитом станет, это же пушка. Где ты? Во, нормально, сынок, иди сюда. Гляньте, какой толстый. Он что, бессмертный? Во, нормально. Получилось. Так, бродяги у нас такое есть. Ботинки неинтересно. Лук больше дамажит. Отмычки... Не знаю, черепа не хочу брать. Самое время поменять лук. У этого 6, а у нашего 4. Отлично. И теперь его вот здесь нужно поставить на тройку. Красиво. Знаете, я тут ходил, бродил и немножко баг поймал, но он уже, к счастью, пропал. Все нормально. Визуал, конечно, на уровне. Здесь у нас кто-то кошелечки оставляет, тыковки, и это хорошо. Еще сколько? 3 тыквы осталось, 2 тыквы даже. Какая-то таинственная музыка началась. У нас там пауканы.
Это кто? Это у нас разбойники. Ну что, давай батл на луках, дружище. Давай, раз на раз. А, это разбойница. Угу. Я играл в PUBG, и я знаю, как атаковать из-за укрытий. Но она, по-моему, тоже не пальцем. Господи, как она мансит. Только посмотрите на нее. Ладно, пойдемте в ближний бой. Е, девка, иди сюда. Тупо в щит. Тупо не ощущаю урона. Ну, немножко ощущаю, но это не так серьезно. Так, иди сюда, раз на раз. Не подходи лучше ко мне. И силовуху прям по голове. Бах. Господи, как хорош этот Стас Михайлов. Что у нас тут нового? Лук такой же, а почему у всех черепа? Какой-то культ, о котором я не шарю, не знаю. Ладно, и там у нас еще пауканы остались, и это интересно. А, так у них тут целый лагерь, вы посмотрите. Так, секретные места? Нет, здесь абсолютно ничего не находится. Может быть, в лагере мы что-нибудь сможем найти? Пустые бутылки, медики немножко, хлебушек. Хлебушек, я посмотрел, столько всяких бустов дает. Вы даже не можете. Лунная морковь. Ага, вот эта штука, кстати, это хилки местные. Еще немножко, и растительность почти как в Kingdom Come Deliverance будет. Так, это мы куда идем? Это мы идем по берегу. По берегу. Ну, раз уж здесь, давайте зачекаем, что у нас тут есть интересного. Железная руда. Сейчас один кусочек добудем. Не знаю зачем, просто чтобы было. Все, не хочу больше добывать. Еще я шахтерством не занимался. Так, ну вообще нам не в эту сторону, так что... Хотя там какой-то порт впереди. Было бы неплохо его, как бы, дойти, чтобы потом фаст-тревелиться можно. Кстати, еще интересно, можно ли здесь фаст-тревел использовать? Ну давайте, раз уж мы здесь, сохранимся. Я парень простой, вижу скелета, сохраняюсь. Сейчас скрытная атака. Прямо ему в голову. Какой-то заблудший. Сынок, ты сюда не добежишь. Хорошо, что стрелы в Скайриме не пролетают сквозь скелетов. Это было бы немножко забавно, согласитесь. Так, ну, я человек простой. Где один скелет, там всегда второй. Угу. Просто читаю ситуацию. Почти в голову. Слушайте, у них тут пати. А как он меня видит? Я же вроде атаки из скрытности провожу. Так, вроде сбоку не подходят. Ага, еще друзья. Господи, как же я стреляю на опережение. Просто посмотрите. Просто этот бой будет легендарным. А парень пошел рыбу ловить. Говорит, вы тут это разбирайтесь, я потом вам помогу. Как же он мансит. Дядя, не двигайся. Я тебе все коленки прострелю. 12 стрел, нормально, хорошо. И еще 2 осталось. Пацаны, вы где? Давай раз на раз подходи. Хотя лучше не подходи. Не успел заблокировать, ну, впрочем, не так уж страшно. Так, ну и последний там остался, да? Где? Старые развалины. Звучит как обращение к бабушке. Ну или дедушке. Так, ну все, разобрались. Сейчас мы все полутаем и посмотрим, что же мы заимели с этого. Может, какой-нибудь сюжетный твист раскроется у нас, а может быть и нет. Странно, почему еще боевая музыка не прекратилась. Что же в этом сундучке? Немножко денег, ну ладно. Здесь у нас навыки берсерка и одеяние. Неинтересно. Что-нибудь есть здесь? Подземный? Нет. Ничего интересного. На втором ярусе что-то есть, как туда попасть? Это уже другой вопрос. О, смотрите, я пробрался на самую верхнюю часть этого корабля затонувшего. Здесь у нас обруч мага, здесь у нас дыхание смерти, новые заклинания. Здесь у нас еще какая-то стрелы. А, просто они не прорисовались. Что-то в сундуке будет хорошее? Клещи? Нет. Не очень. Ну так вот, и самое интересное, это магический символ. Уже второй из сотни. Перчатки, сапоги, которые немножко провалились в полку, ну бывает. И там я еще слышал мистера скелета, с которым мы сейчас перетрем за жизнь. Хотя нет, он пропал. Магия? Странно, куда же? Ага, царский сундук. Я мастер взлома. Пацаны, я умею. Ну я надеюсь, что я умею.
Так, отлично. Не сломав ни одной отмычки. Здесь у нас гранаты, хилки, отмычки. Такое себе, честно говоря. Я ожидал... Ага, я же слышал тебя, дружище. Я ожидал чего-то большего. И пока еще ходил, немножко качнулся. Ну, сейчас мы этого дядю быстро зарубим. Хорошо. Что-нибудь будет нам интересное с тебя? Костная мука, стрелы, ничего хорошего. Ну, тогда возвращаемся и продолжаем наше приключение. Так, здесь на меня пауканы напали. Насколько я помню, эти пауки просто убийцы, поэтому подпускать их близко вообще нельзя. Так, мистер Огненный Посох, настало твое время. Так, давай уже, гори. Фух, повезло. Отлично, чудом выжили. Так, ребята, мне нужны ваши стрелы. Здесь какие-то руины, что ли? Или даже не знаю, как это назвать. Вроде бы их было всего два. Мушистый ползун. Ну и имечко у вас, парни. Так, здесь, по-моему, ракушка. Угу. Мясо моллюска. Давайте покушаем. Люблю моллюсков есть. Так, забываю всегда, где она находится. Мясо моллюска. А давайте сырком полирнем. Нормально, хорошо. Вкусненько. Надо и правда пойти покушать. Так, ну и что же эти мистеры-пауки охраняли? По-моему, ничего интересного. Ну, по крайней мере, я не вижу. Довольно обидно. А я по дороге иду. Ну, впрочем, какая это уже разница? А здесь я напал на целую стаю волчар. Ну, вроде бы я их побеждаю. Так, все, давай сгорай. Пора гореть. Отлично. Так, пустые. Почему их кто-то уже успел облутать? Я же первый, кто нашел их стаю. Так, а интересно, будут ли здесь какие-нибудь аналоги для камней-хранителей? Ну, как это было в ванильном Скайриме. Меня очень интересует вот тот, не знаю, форт, башня. И я думаю, что сейчас мы отправимся к нему. Так, справа сверху у нас какие-то бафы висят. Это все очень интересно. Что гриб маны? Пригодится. А какое вообще у нас задание? Так, это не то, это не то. Так, а то есть уже тыквы не нужно собирать? Серьезно? Вот. Новое начало. Почему оно закончилось? Соберите грибы маны. Угу, ясно. Значит, это задание я уже профукал. Ледяной коготь, здорово. Слушайте, кстати, общий вес каким-то образом увеличился. Не знаю, это действует из-за того, что я сыр съел? Или правда эти грибы как-то стали работать? Ну, я думаю, мы еще разберемся. Так, грязикраб. Давай ты не будешь бычить на меня. Как же я люблю тех людей, которые оставляют денежки в этих мешках. Это очень полезно. Ну, для таких путников, как я. Так, там у нас были пауки, а отлично. Ну, давайте в этот порт тогда сгоняем. Мне прям, честно говоря, очень интересно, что же там сокрыто. Мистер Краб, уходи. Угу. Вижу скрытый сундук, иду за сундуком. Я бы, может, и не убивал этих маленьких милых крабиков. Ну, вы сами понимаете, РПГ. А в РПГ нужна прокачка. Под водой тоже пока ничего еще интересного я не находил. Ну, я думаю, все впереди. Так, здесь у нас... Да что ж такое? Я уже жду какую-нибудь фантастическую доидрическую броню или еще что-нибудь хорошее. А, кстати, еще обруч мы нашли же. Я про него совсем забыл. Так, вот здесь, да? Да. Давайте просто потому, что я хочу быть колдуном-волшебником. Так, здесь у нас даже переход, оказывается, был. Еще ракушка, да? Ради интереса, давайте общий вес 354, хаваем ледяной гриб, и становится 354, ясно? Это все из-за сыра, наверное.
старый дозор трех рек, который отобрал у моего компьютера целых 20 FPS. Некрасиво. Ну, давайте посмотрим, что же у нас там есть. Так, надеюсь, засад не будет. Кроме шуток, 42 FPS. Так таинственно, я просто аж замолчал. Так, туманные штуки, щиты, усиленный щит, это всегда хорошо. Давайте быстренько посмотрим, что у нас тут есть. Ну и теперь самое время, наверное, подойти к алтарю. Здесь у нас все закрыто, может как-то через верх мы сможем попасть. Так, в рюкзаке у нас немножечко зелий, факел. Вот факел очень полезно. Так, а как-то можно с вами взаимодействовать, уважаемая? Видимо, нет. Даже все колодцы заколочены. Очень странно, что же здесь произошло. Здесь можно как-то пробраться? Можно, но... А нужно ли мне это? В принципе, раз можно пролезть... Ну, конечно, здесь сундучок спрятан. Дикая ягода, можжевельник, и это я люблю. В сундуке у нас... Ну, хотя бы схема есть, нормально. Однозначно не зря пришли. Так, ну и давайте внутрь отправимся и посмотрим. Как же все таинственно. Господи! Как же я... Черт! Так, надо текать отсюда. Это сейчас как бы не наиграно, я реально обоссался. Так, это какие-то, блин, подземелья и драконы начались. Ты чё рофлишь, алё? Сынок, куда побежал? Алё, ты шо? Иди сюда, назад, давай. Так, надо хилиться, придется, наверное, немножко зелий выпить, а то я отъеду. Так, хилимся, живем. Ты тут еще, сынок? Иди сюда. Я тебя почти сжег. Так, нормально, щит дефает, хорошо. Главное успевать его проставлять. Ну все. Блин, это было очень стрёмно. Глазное яблоко Ватыра. Надо отойти. Хорошо, что я не ночью играю. Я бы тут вообще, наверное, кончился. Еще здесь я нашел какое-то письмо. Так, приветствую, Сэмюэль. Не беспокойся, тебя определенно не выслали в дозор трех рек для защиты транспорта с драгоценностями. Откуда, что через несколько недель пошлют кого-нибудь поддержать. Ага. Здесь у нас, видно, кого-то ждали. Так, поглощение жизни. Несколько книжек. Ну, я не знаю, зачем они, давайте возьмем пока что. И здесь еще о шипчедревах есть какая-то книга. Но она так пафосно лежала, я думаю, стоит по-любому ее взять. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас сверху. Паучья жертва, к сожалению. Наверное, Фродо здесь забрел. Так, здесь пауканы, да? Угу. Пауков я не очень люблю, насколько мы знаем. Какой-то жесткий, толстый паук очень. Не хочет урон получать. Так, не подходи. Почти сожгли, отлично. И он уже пустой. И это печально. Блин, насколько красиво выглядит все. Снова эта книжка. Ну, не знаю. Чем больше книг, тем лучше. Мое мнение. Ага. Сюда нельзя подходить. Давайте я быстро сохранюсь. Что-нибудь возьму. И здесь что-то есть интересное? Кровать? Нет, спать мы тут явно не будем. Ну и, собственно, все. Я вот тут ходил и внезапно нашел мертвую торговку. А, она жива. Так я никого не хочу забирать. Так, ну-ка объяснись. Я-то думал, она дохла, она живая. Ух ты, побочные квесты. Что ты нам расскажешь, красотка? У меня, кстати, тоже. Я не путешественница, торговка. Довольно интересно. Что же случилось? She was kidnapped. By the stars, I was so stupid.
We were just about to... No, a Vatir. Так я его уже убил. I heard him grunting, you know? He lives in that damned ruin. Please, you have to help me. If anything happens to Alfred, I would never forgive my... Что же я выгодую с этой сделки? But please, let's talk about that once you've saved her. Хорошо, посмотрим, что я могу сделать. Thank you, and hurry. Давай поторгуем. What? Oh, yes, sure. Так, что у тебя всякие скиллы, всякие топорики? Угу. Наверное, это двуручная. Может взять ее? Да я думаю, найду. Так, а я уже сделал квест. Ну да, в общем-то, наверное, что-то я упустил. Давайте пойдем посмотрим. И как только я уже спасу эту женщину, я продолжу вернусь. А, так вы не поверите, оказывается, эта клетка была. А, так это какая-то зверюшка. Так, и что мне дадут? Это редкая трава, надеюсь. Достаточная компенсация. Ну, не знаю, не знаю. Корень шепчет древо. Спасибо. Как поживаешь? Хорошо. Так, теперь ты будешь тут тусить. Ну, окей. Рад, что смог помочь. А мы отправимся дальше. Здесь у нас, кстати, недалеко от этого места какой-то лагерь еще есть. Здесь мистер Тролль. Ну, вроде бы он не такой толстый, как другие наши противники. Я думаю, мы с ним справимся. Или нет? Так. Ты же не любишь огонь, дружище? Войдем на атаку, дефаем. Ну, короче, тактика hit and run. Сынок, не подходи ко мне. Блин, представьте, если этим панчем он по мне попадет. Нормально, дефаемся. Так, почти сожгли. Угу, нормально. И что же ты охранял, братик? Жирный тролль, много жира с него выпало. Даже не знаю, стоит ли в этот домик заходить. Не, ну раз можно зайти, почему бы не зайти, как говорится. Ну, здесь у нас ничего интересного. Тупо место, где... У нас обедал мистер Тролль и волчары позорные. Блин, волки очень дамаговые в этой игре. Надеюсь, я их осилю. Так, их вроде бы два всего лишь. Так, это что такое? Я вроде еще недостаточно штар, чтобы мои пули летели так низко. Но, по-моему, это рип. Пацаны, не кусайте. Так, вы же не умеете на камне, да? Я думаю, не умеете. Минус один, со вторым мы разберемся. Ну, бывает. Я кое-как разделался с позорными волками, и теперь мы наконец-то все здесь спокойно облутаем, чтобы нам никто не мешал и не отвлекал. Что же было в этом сундуке? Денежки, как всегда, нет, книжки, молоты и клеймор. Вот клеймор, и это уже оружие чемпионов, мне кажется. Так, а волки у нас что здесь спрятали? Выглядит как клетка, но нет. Честно говоря, думал сундучок. Ну что это сундуком даже не пахнет. По-моему, единственное, что мне не нравится, я немного с дороги сбился. По которой следовало идти. Тут лопаты всякие, пока ничего интересного. А здесь у нас мистер Пещерный Медведь, к которому я совершенно случайно зашел в гости. Так. Ладно, не пещерный, коричневый. Так, я понял, Мишка. Мишка, не бей. Мишка, не бей, пожалуйста, пощади. Господи, как страшно. И вот таким вот образом мы рубим Мишаню. Мишаня, прости. Так. Шкуры, я знаю, хорошо продаются на черном рынке. И я совсем забыл, здесь у нас какой-то домик был, который я проскипал. Сейчас мы покушаем. О, картошечка, вкуснятинка. Давайте посмотрим, что у нас. Целый лагерь. Оказывается, не дома, а какая-то резиденция чья-то. Так. Здесь у нас сразу вижу каких-то злокрысов, кротокрысов. По-любому должны быть ловушки. Тут даже не ловушки, а целые бандиты. Угу, блин, а их много. Ладно, погнали на верхний ярус.
Если повезет, но мне что-то не везет. А, это скелеты. Так, а меня сейчас... Ясно, понял, плюс принял. Ощущение такое, что мне здесь рановато находиться. Я вроде как зачистил эту территорию. Сейчас убиваю последних крыс. И вот вопрос, если я спущусь в эту дверь, смогу ли я выйти? Потому что она закрыта уровнем сложности адепт. Ну, давайте посмотрим. Зато здесь столько всяких ништяков, я уверен. Руда, соль, денежки. Куча чертежей, просто огромное множество. Железный шлем, вы только посмотрите. Железный слиток, верстак. Железный меч. Всякие детальки. Как бы не похорониться в этом месте. О, секира двуручная, отлично. Ага, и здесь у нас... Вот, наконец-то я буду теперь призывателем. И заодно мы сейчас посмотрим... А что написано? Ну-ка, откроется? Отлично. Давайте зачекаем заклинание, как работает. Так, призвать. Это у нас есть? Есть. Это мы читали, это немножко не то. Отлично. Так, давайте теперь идем в магию. Где у нас... Даже иконки поменяли. Господи, как же это красиво выглядит. Дыхание смерти. Вот, призрачный волк, новичок. Давайте поставим это заклинание на шестерку. И проверим, сколько магии оно нам натянет. По-моему, никакой... Ну вот это как эта штука, лихорадка, не прибавилась. И теперь мы совершенно спокойно можем колдовать. И знаете, вроде хочется пройти немножко, ну там, дойти до какого-то интересного места, но здесь на каждом шагу что-то интересное происходит. Вот смотрите, какой-то алтарь. Что здесь? Камень последнего приключения. Покойся с миром, селая... селе богодревесная. Угу. То есть курган, так понимаю, чей-то. И также чей-то разграбленный сундук. И еще я вам не показал, смотрите. Вот я шел-шел, и тут такой невероятно окровавленный камень. Здесь волчица, здесь скелет, и здесь я взял вот такие вот ботинки, смотрите, какие модные. Атаки одноручным оружием наносят на 3% больше урона. Теперь я буду их использовать. Ну не круто ли? Просто пушка, а не мод. Бабочек сейчас будем ловить, вот так вот. Эх, люблю ловить бабочек. А здесь волки, волков не люблю. Волки, уходите, все, пацаны. Хотя, теперь же у меня есть свой волк. Угу. Сохранимся и давайте... А что это светится? А, это блики солнца. Давайте зачекаем эту пещерку, которую я не видел с другой стороны. Выступы всяких пород. Интересно. Так, волчар... А давайте прямо отсюда, может, волчар порост... Камень-хранитель! Ну-ка, ну-ка, неужели он прям... Я прям туда вошел. Вы меня извините, то, что я, может быть, чересчур реагирую как-то сильно. Блин, майна не хватает. Так, пацаны, а ничего, что у вас тут гэнг-бэнг среди троллей? Так. Сдается мне, что мне поможет гриб маны. Который где? Который у нас гриб маны увеличивает. Так. Все еще не могу пока им пользоваться. Мистер Тролль, давай-ка мы разберемся с тобой по-мужски. Я призвал волчара шерстяного, и теперь посмотрим, кто кого. Надеюсь, он не быстро отъедет, а я вам пойду со спины наваливать. Минус один тролль есть, отлично. Просто успех. Волчик, там еще второй был, я помню. Еще я факел нашел также. Теперь мне не так будет страшно ходить по темноте. А на ютюбе будет все видно. Так, мистер Троллина. Сейчас мы с тобой разберемся. Волчик, ты почему меня прокинул? Неужели мне нового придется призывать? Слушайте, а вдруг можно двух? Нет, двух нельзя, обидно.
Говорит, у какой страшный, на две лапы встал. Но мы все равно тебя обожжем, дружище. Вот будет неловко, когда у меня заклинание в посохе закончится. Отлично, спасибо, мистер Волк. Ты просто лучший тиммейт в мире. Эх, были бы такие тиммейты в ПБГ. Новый левел, а отлично. Это что за сундук карлика? Небрежно я записка. Так, я оставил вам, бедным ребятам из шахты, немного припасов, в случае, если ночи вновь будут суровыми и длинными. Разделите их с умом. Угу. Запас сил. Моркошка. Мука и моркошка. Все, что нужно для вкусного борща. Дневник шахтера. Что-нибудь есть тут интересное? Гнилая. Фантастическая у меня скорость чтения, правда? Господи, и не лень было людям это писать. Тут что, на 3 года вперед все расписано? Ладно, забираем, пригодится. Так, а что в сундуке? Книжки, ничего интересного, но у нас еще есть... Ты все, типа, крикнул и пропал? Вроде нет. Верхняя часть, которая очень темная. А запись-то идет? Запись идет, отлично. Можно это перерубить? Нельзя. Так. Как-то супер таинственно все. Закрытая дверь? Нет, открытая. Угу, снова тролли. И снова сундуки. Блин, ну тут столько сейчас пожитков, хватка крысолова. Это что значит? Ну-ка. Новая бронька. Блокируйте щитом на 4% больше урона. Пушка, просто пушка. А давайте сейчас потихоньку расстреляем этого тролля. Боюсь, он не добежит даже с моим фантастическим дальнобойным навыком. Какой бесконечный волк, что бы я без него делал? Вроде сожгли почти. Успех. Скатился. Прям как я. Ну, надеюсь, нет. Так, потихоньку продвигаемся. Здесь у нас слишком много крови. А, это можно было поджечь, ясно? Хорошо, что я дошел до этого только сейчас, а не когда сам туда встал. Здесь у нас новые заклинания, магический свет. Это хорошо, железную руду оставим. А какой это, простите, век, то, что у ребят есть самый настоящий прожектор? Это, по-моему, незаконно, алё. Это не так должно работать. Так, здесь вроде ничего интересного нет. Так, факел в полэкрана, наверное, немножко мешает, но зато видно. Тут у нас тоже ничего интересного. Двигаем дальше. Только куда я потерялся? Слушайте, здесь очень много крутых вещей, ну серьезно. Типа уже сразу, изначально зачарованных. Что же мы нашли на этот раз? Защиты. Навык ношения легкой брони берем. Почему нет, как говорится. Там выход, поэтому мы пойдем сначала влево сходим. Ага, и мы вернулись в начало. Но нам в начало не так интересно, как интересно идти вперед. Здесь у нас снова какая-то штука, которая будет бить нас магией, правильно понимаю? Вроде нет. Но выглядит очень красиво. Здесь выход. А что же здесь? Здесь у нас еще тролль, с которым мы сейчас будем разговаривать. Так, мистер Пёсель, не хотите ли мне помочь, уважаемый? Потерялся, бедный, где же враг, где же враг? Я сижу у него под носом. Тупо расстреляли, красава, волчара шерстяной, ух, как же он дамажит. Сундук. Клево то, что они поменяли стандартные скины, ну вот, вещей. И ты подходишь, и даже непонятно, что это такое. И это просто пушка. Так, и здесь у нас путник. Угу. И замкнутое пространство. Так, ты кто? Мертвый шахтер. Так, перчатки оставь себе. Кирка не нужна. Куртка. Куртка красивая, но у меня получше. Сапоги, шлем. Хотя нет, куртка красивая. Я хочу красивую куртку. И крутой шлем. Ну, ничего интересного, честно говоря. Ладно, двигаем дальше. Я вообще появился, смотрите, где? В середине вот этой части материка. И теперь мы даже можем осмотреть тут всякие ништяки.
Подсвечники не так интересно, и зачекать вот этот камень-хранитель и посмотреть, какой бонус он готов предоставить для нас. Но сначала нам придется принять бой. Блин, а их много. Так, пацаны. Мистер Волк, в дело. Волчара, ты тоже мне. Так, теперь берем щит и топор. И идем в мили. Тупо профессионально разминаем скелетов. Минус один. Уже второй идет на подходе. Просто подрезал ему сухожилие. Ай, дядя, не бей. Волчара, давай, кусь. Угу, я пошел лучников разминать, напрягать. Так, древний круг заблудших. Мистер лучник, иди сюда, сынок. Просто ниндзя. Так. Я просто так непонятно с какой стороны бью, чтобы запутать этого скелета. Мансы не удались, так. Нужно немножко похиляться, потому что у нас проблемы. Так, 2%, ничего. Немножко получим, зато будем похилены. Слушайте, куда он делся, я не вижу. Просто в кусты спрятался и все. Хилхёрдс в замешательстве. Кое-как справились. Тут ничего интересного, погнали смотреть, что за камень. Потому что безумно интересно. Вот. Так, а где он? Куда смотреть? Кожаный щит неинтересно, заклинания, навыки блокировки. Так, а как его активировать? Неужели никак? Ну, видимо, никак. Обидно. Ну, ладно, бывает. Здесь у нас какие-то еще люди впереди. Надеюсь, они добрые. Выглядят как типа добрые. Ребята, вы кто? Разбойницы. Оу, черт. Почему все хорошие выглядят как нехорошие? Так, сынок, у тебя такой шикарный молот, который я заберу себе. С твоего трупа. Вот это скиллы, вот это мувы. Просто посмотрите. Просто минус один. Ты чё ругаешься? Волчара, давай, ты со спины, я... Гляньте, кувырочки, только посмотрите, она застанила меня, господи. Я тоже умею кувыркаться. Лежать, нормально, унизили. Так, у меня лучше, у меня булава, вот булаву я возьму. Денежки, давай двуручку свою сюда. Отлично, железный шлем, тупо кастрюля. Парень знал толк в блокировке. Знаете, я очень долго пытался разобраться со скиллами. Я так понял, это ветка для мага или менталист, чудотворец, колдун. Это вот что-то типа призывателя, но для призывателя слишком много. Непонятно, или это, или это. Это вообще какой-то ликантроп? Алхимик, непонятно. Это все для ловкости, насколько я понял. Но я вот думаю, может, если я дойду до квеста, до города, то мне расскажут, как этим пользоваться. А это вот для силы, потому что пока что я не понял. Ну а на этом, наверное, пока что все. Следующая серия, наверное, будет уже очень скоро. Если вдруг какие-то советы, ребят, пишите. Прям все прочитаю, буду очень благодарен. С вами был Хилхёрдс, всем всего хорошего и удачи!